Макдональдс на Дерибасовской закрыли на ремонт. И я так смотрю, тут что-то будет капитально. Капитально что-то будут менять, потому что, смотрите, они забором оградили всю территорию. И я так понимаю, нас ждет кардинальные перемены в этом Макдональдсе. Ну, в принципе, в нем как бы все в норме. Там не то, чтобы там что-то прям так нужно было делать, но, судя по всему, хотят что-то поменять конкретно. Что именно, я даже, честно говоря, предположить не могу. Я бы от себя, наверное, об этом ничего бы не делал. Меня и так все устраивало. Это, кстати, один из моих любимых Макдональдсов в Одессе. Так что ждем. Скоро будет что-то новенькое. Ну как скоро? А еще, кстати, обещали Макдональдс открыть возле Дюка. Вот я считаю, что правильно было бы открыть возле Дюка, а потом этот закрыть на реконструкцию. А так получается, этот закрыли, а ближайший Макдональдс, наверное, только на вокзале. И так и негде зайти выпить кофейка, скушать бургер.